Да, знаешь, просто... Вау! Да что там вау? Они недовольны! Пусть скажут еще... спасибо, что вообще что-то подарила. Вот это вот. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и... Привет! Скромняшка Крис. Я ее пригласила, точнее, она пришла в гости. Я говорю, давай вместе снимем с тобой фикс-праздник 14 февраля. Мы вот так прикрасились, подобрали такие образы какие-то, да, Кристина у меня желтый цыпленок, а я зеленая жаба. Ну ладно, в общем, мы сегодня кроссовки, все равно мы знаем это, даже можем себя легко обзывать. Но больше никому не позволим. Листочек мяты. Сегодня у нас будут покупки фикс-прайс. У меня два вот таких огромных пакета. Здесь и сладюшки, и всякие сердечки, и много-много всего. Я скорее спешу показать вам, что здесь. Так, Денька достает. Денька достает чай, который у меня закончился. Я его всегда беру. Это как бы, ну, чаепитие в 14 февраля. Это нормально. Это два моих любимых чая Тесс. Флирт зеленый и черный тайм. Ты, кстати, пила? Я сейчас себе сделала. Вообще кайфуче, скажи. Да, хороший чай. Дальше, давайте уже к 14 февраля. Я взяла вот такой фонарик какой-то. Вот он будет вот так смотреться. Крис, давай ты пока его разберешь. Откроешь. Я не знаю, что это за фонарик. Ты боишься, что ли? Нет, давай я разберу. Да, открывай. Аккуратно. Да, я посмотрю инструкцию. Да нет тут инструкции. Бумажная. Здесь настолько все просто, что должно. Нет, здесь не на просто, здесь два в одном. Фонарик и развитие интеллекта. Здесь нужна батарейка. Точнее, а ну сколько батареек? Маленькие, а две батарейки. А ты купила батарейку? Ну я сейчас найду. А, то есть вот так. Слушай, ну приколюха. Ты что, уже сделала все? Покажи. Ух ты! Класс! Блин, он будет гореть. А вот эта штука для чего? У Селены будет Шанхай. И это большие батарейки. Я маленькие, взяла вообще батарейки. Это, короче, в фикс-прайсе есть батарейки, которые с какой-то увеличенной мощностью. Я взяла попробовать. Я надеюсь, что эти батарейки работают. Рабочие? Лошадки? Я надеюсь. Да, нет? Подожди, ты не вставила. Вставила. Они работают? Я не знаю. Включилась? Сломанную тебе продали. Да нет, это батарейка, может, одна. Одна батарейка. Хорошенечко вставь. Я все хорошо вставила. Надо еще одну батарейку поискать. А ты знаешь, какая именно здесь плохая? Да. Как ты ее найдешь? Как ты вычислишь, какая из двух батареек тебя подвела сегодня? Она работает! Все, Силя, работает, заработала. Иду, бегу. Заработала. Только, а как? Ты так не увидишь ничего. У тебя свет надо выключить? Да. Сейчас. Вообще она должна отвисеться, я хочу сказать. Она вверх горит? Подскакивает. Покажи. Да она не горит. Куколка, да горит. Это надо еще и этот выключить, задний свет. А, нужно вот выключить. Слышишь, смотри. Да, знаешь, просто... Вау. Да что там вау? Да красиво. Посмотри. Посмотри, как красиво. И она должна висеть. Подожди, вот эта штука. Давай мы сейчас включим. Смотрите, свет. Здесь два варианта. Как а ее надо вытянуть ей. Да она отвисеться должна. Да нет, это вытягивается, чтобы она стояла вот этой штукой. Сейчас покажу. Как стояла? Она вот сюда вот так вот делается. Дэня уже разворошил все пакеты. Она сюда вот прикрепляется. Да нет же, Крис, это не так делается. Вот эта лампочка вот туда. Становится вот так вот. А это вот так вот. Все, и вот оно выровнялось. Все. Оно такое. и вот так оно вот. Ну, правильно же я понимаю? Мне кажется, нет. Смотри. Решили. Ну вообще, хотя ты права, ты знаешь. Да, слушай, ты права, но я бы еще один вариант. Если у кого-то другое крепление. Вот. Смотрите, вот в эти дырочки. Не все, не встанет. Ладно, ты прав. В общем, вот такие вот прекрасные светильники. Два светильника, очень красиво, знаете, очень романтик классный, мне кажется, можно сделать, когда они будут два светить, очень красиво. Согласись-ка? И они в сердечках. И они складываются, то есть компактные, удобные. Вытащи пока батарейки, пожалуйста. Ой, смотрите, у малыша Роллтон. Мы ему отдадим потом. Я взяла Роллтон, это пюрешка.
Просто я люблю взять сосисочки за это грязное. Так смотрит на меня, что ты взяла. Я люблю взять сосисочки, нарезать туда и горячей водой все это перемешать и съесть. Вот взяла, чтобы было. Ой, весь поцелованный. И Кристина. Нет? Дразнишь? Поцелуй Кристину. Дай большой. Смотри, он весь грязный, в поцелуях, в каше. Слушай, мне кажется, вот смотри, еще какое применение. Знаешь, как индианки, да? Так, поехали дальше. Представляете, взяла я своей племяннице памперсы. Ну, помните, я куколку ей купила? Вот такие памперсы с горшком. И взяла вот такую ванночку. Для куколок? Да, вот такие куколки продаются в Фикспрайсе. Я купила ей такую куколку, подарила. Я говорю, ничего не покупайте, я буду вам сама покупать все новинки, которые придут к этой ляльке. В итоге у них есть и ванночка, и памперсы. Я говорю, вы охренели? Короче, и розовая ванночка. Да, уже купили? Ну, сказали, неси, не пропадет. Дэнь, на, смотри, ребята. С памперсами. Так, хорошо, к 14 февраля. Что будет? Так, что дальше к 14 февраля? Из еды. Из еды ты хочешь? Смотрите, какое я взяла. Ты есть хочешь? Снова хочешь есть? У нас сегодня не Фикспрайс еда, но еда будет. Смотрите, мне очень понравилось. Это новые такие косметички там продаются. И мне она понравилась тем, что она очень вместительная. В нее очень много всего влезет. И она при этом такая маленькая. Смотрите, какая она. Вот, открывается. Сколько всего влезет, да? У меня похожая в сумке, очень удобная. Да, и я взяла тоже, чтобы в сумке. Потому что у меня вся косметика разбросана. Вы, может быть, видели. Просто она удобная еще тем, что вот здесь дно широкое. Вот это вот очень... Ну и вообще, то есть получается, что она в нее можно... Она маленькая, вместительная, компактная. Не только кисточки узкие положить, да, прям даже вот румяна, пудреницу, да, да. Румяна. Вот за 77 рублей, и вот цвет на самом деле там только серый такой. Там есть еще черный, золотистый, но оно по-другому чуть-чуть сделано. Вот именно вот такой серый только. Ну что ж. Перейдем к нашим валентинкам на 14 февраля. Я взяла 9 штук вот таких вот валентинок. Но я их взяла, конечно же, не для того, чтобы кому-то писать валентинки, люблю тебя, не могу. А именно для вас, чтобы вам для конкурсов отправлять и писать пожелания, что-то в них. Вот, я люблю, потому что сердечки, я же вас люблю. И поэтому именно 14 февраля для меня очень актуально, чтобы как-то с вами делиться своей любовью. Вот такие вот валентинки, смотри. Здесь есть просто сердечки. Есть вот такие вот happy написано, тоже сердечко. И вот такие вот. Но там много всяких видов. И стоит всего лишь 5 рублей. Вот такие. Класс, да? А ты будешь кому-нибудь, кстати, писать валентинки? У тебя есть кого поздравлять, кстати? Может, к 14 февраля увидят тебя? У меня на дворе 21 век. Я открытками не пользуюсь. Ах ты какая! Хитрая. Я напишу в интернете. И пошлю электронную картинку. Смотри, что там есть. Вот это вот кайфушки вообще. Вот это вот вообще кайфушки. А что это, знаешь? Включать. Сердечки горят. Да. И самое интересное, что они горят не от розетки. А опять нужны батарейки. Смотри. Такие фонарики. Сейчас я открою, покажите. Сколько тут сердечко? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И сколько они стоят? 52. 55. Дорого. Да ладно. Для 5 сердечек? Ты меня прости. Ну подожди. Это знаешь, можно куда? Например, что-нибудь выкладываешь красиво, как бы там, да? И раз, сердечки. Налепила. А то, что они на батарейках, они вообще не привязаны к розетке. Смотрите, как красиво. Ну да. Вот так вот раз на Кристинку. Кстати, да. Слушай. И включил. Наряд, да? Вот так. Наряд нужно было... Давай посмотрим, как они горят. А где эти батарейки? Это большие уже батарейки. Большие, да. Это. Я их убрала. Я балдею. Вот они, эти батарейки большие, мощные. Давайте мы их проверим, как они сейчас будут гореть, наши сердечки. Мощно. Так. Засовываем. Тут прозрачная тема такая. Чтобы она открылась еще. Ага, вот так вот легко. Казалось бы. Они уже горят. А, там кнопка. А, кнопка есть, да. Ну, собственно. Ну-ка, смотрите. Сразу видно, да, ярко так горят. Такой будет японский Новый год. Да. Ой, Новый год, 14 февраля.
подвесная бумажная люстра. Да, очень красиво. Дальше я выбрала вот такие вот штуки прикольные. Смотрите, как они должны смотреться. То есть это такие вот сердечками мишуру можно сделать. Здесь написано на пакете гирлянда. Да, гирлянда. Здесь 3 метра. Красные я взяла и взяла еще вот такие вот белые, белые персиковые. Красные оставались одни, наверное, они разошлись, а персиковые вот. Давайте откроем красненькие, посмотрим, что тут. Ну, 3 метра как-то, вот по сколько делать гирлянды? Это по метру? Получается, 3 только висюшки висят. А хотя бы, чтобы их было там 5-6, да, хорошо было бы. Вот такая гирлянда. Ой, гирлянда 3 метра просто. Ну да, вот она, 3 метра. Мне очень нравятся, они очень красивые. И, кстати, можно даже сделать вот какой-то фон, я не знаю, из этих сердечек, будет очень красиво, да? Ну, посмотри, вот как они уже смотрятся. А можно купить несколько и на двери повесить. На дверь можно повесить. Знаете, тут раньше делали такие поделки, на двери вешали. Когда такое было? Ты не видела никогда? Там такие на скрепке открытки. Я не помню. Серьезно? Ну, серьезно. Но мне эта тема нравится. Смотри, как красиво. Скрепка, а на скрепку открытка. Я вот развешу. С 1 февраля у меня будут такие висеть сзади. Подожди, сколько ты что купила? 3 метра здесь. Так, а дверной проем? Да. Ну хватит, все, Крис. Короче, вот такие еще цвета, но красный, я считаю, самое лучшее. Поэтому, если вы что-то увидите, это красный. Кристина надо мной глумится. Да не над тобой. А над подделками теми, которые... Я хочу себе просто тоже вот сделать. Вот, вот тогда мы и посмеемся. Дальше, что я взяла? Давайте по сладюшкам пройдемся. Кстати, родные просторы. Крис, ты решила все в этом видео? Да. Это, а, ну это, это одно видео, да, и нужно нам попробовать родные просторы, потому что я их до этого не пробовала. Вот такие родные просторы открывай. Очень вкусные. Я тоже люблю родные просторы, но кто его знает? Принеси мне чай, который есть. Принеси мне чай. Потом, Крис, давай еще попробуем. Говнодруг. Я пришла к тебе сегодня, потом пойду. Давай, открывай родные просторы, посмотрим. Я пока Кристина открывает родные просторы, скажу, что действительно в прошлый раз, когда мы с Кристиной, я под видео оставлю наше видео прошлое, где мы пробовали сладюшки. То, что было очень вкусно, оно снова со мной. Вот это офигенные сладюшки. Я их съела за 2 дня. Настоящие друзья так не поступают. Да. Я пришла сейчас с улицы и наелась. Я съела полбулки хлеба, съела пол шоколадки. А оказывается, здесь есть будут родные просторы. Вот куда мне теперь есть еще что родные? Что орехом пахнет? Слушай, я не ела. Конечно, они вкусные. Ореховые? Специально мне не сказала, что будет меня угощать. А смотрите, еще к 14 февраля сердечками. Мне, кстати, их надо тоже попробовать. То, что мы не пробовали в прошлых видео, мы будем пробовать в этом. Давай, родные просторы. Блин, сейчас попе слипнется. Вот еще я взяла делает? Кукурузку. Еще я взяла кукурузку, тоже хочу фикс-прайс. Но это невкусная кукурузка. Мягкая, она и сладкая будет. Можно рыбу на нее ловить. Но мы сейчас не будем. Что, откуда ты знаешь? Ловила? Ну, я видела. А что они такие маленькие? А какие? Они такие были? Труфеля. Они такие малюсенькие, покажи. Ну, раньше были больше. Может, конечно. Мы раньше меньше были. Может, ты же говоришь, не пробовала раньше. Конечно. Может, мы раньше меньше были. Ты, но это вообще знаешь? Какая-то малюська. Да, прям. Мы маленькие. И последний раз мы их ели в 90-х. Когда? В 90-х? На Новый год. В 3-м классе. Я думала, твердая будет, она мягкая. Ну, так она же теплее была. Кристинка, она все найдет ответ. Я не пойму. Палец в рот не клади. Вкусно. Родные просторы вкусные. Угу. Короче, кукуруза у нас. Ну, есть. Я наелась уже. Дэня. Хлеба наелась. Слышь, уже. Вот Дэня обслюнявила, через пакет съел уже одну печеньку. Вот эти тоже были очень вкусные. Они мне нравятся тем, что они очень загорелые. Но они мягкие, вот эти. Питчи. Называются питчи. Они не мягкие, они хрустящие. Мы с тобой пробовали. Да, они хрустящие. Также я взяла для приготовления разных блюд такую универсальную приправу. Потому что у меня закончилось. Ой. Да подожди, не ешь ты, Крис.
И еще я взяла для своего нового клипа вот такие штуки. И я думаю, что вы увидите, когда я буду петь, я сделаю вот такие губы. Разноцветные или розовые. Такие клевые. Тебе нравится? Mm-hmm. Главное, чтобы я ими не подавилась, когда пела. Теня, ты меня за волосину схватила. Вот это вот, конечно, опасно. Да. Давай, закрывай вот эти печеньки, открывай вот эти печеньки. Я не хочу печенье. Мы его одно должны попробовать, просто сказать, вкусно, невкусно. Закрой родные просторы, денежцы их разорвет. Я не хочу закрывать родные просторы. А, еще твикс я взяла, потому что твикс это твикс и есть. Твикс я хочу. Да давай печеньки откроем сначала. Я не люблю печеньки. Надо, Кристина, надо. Тяжело. Я люблю шоколад. Все говорят, трудно быть блогером. Вот что ты скажешь на этот вопрос? Трудно быть блогером? Я люблю шоколад. И когда это блогерство идет вразрез с моими любимыми шоколадами, да? Ой, это становится тяжело. Я вот... Давай я кусочек. Да, не очень вкусный. Я вот прям вот вижу. Прям нас... Невкусный ты думаешь? Вкусный, очень вкусный. Я прям по запаху. Я вот знаю... Вот, который вот этот подгорелый, да? Вот, смотри, а я люблю подгорелый. А здесь два вида, черные. Здесь вот, вот ты взяла прям... Они два вида, короче, здесь. Вот эти более будут. Слушайте, ну ничего так вот. Ну как бы не мое. Для чаем. Меня пичи вкуснее будут. Ну если ты не будешь. Я тебе переполовину половину. Могу собачкам. Собачка. Ну, понимаете, чем собак своих кормят? На 14 февраля. Ну, это типа собачка. Короче, это типа собачка, мы сама все съешь. По собачкам, да. Ну что, все, мы сняли видео, наконец-таки. В смысле? Все, я все показала. А твикс? Хочешь есть? Че? Ой, ну не будем мы пробовать. Ну что, люди не знают, как твикс, что ли? Чего пробовать? Твикс как твикс. Твикс как твикс, я его оставлю для гостей. Открывать не буду. Слушай, возьми вот это для гостей, очень вкусно. Это для твоих гостей. Слушай. Приходите в гости к Кристине. Сердечки, смотри. Отгрызанное вот это. Я думаю. Ты хочешь твиксы, да? Просто там очень много химии. А это вот сразу... Кто производитель? Да мы сейчас пойдем все с чаем пить и есть. И съешь хоть всю пачку твикса. Слушай, российский производитель. Так это очень круто. Да, я же говорю, тут вообще минимум. Это значит, ничего не ехало нигде. Оно пришло. Пришло на своих двоих. Пришло, да. А то если бы летело или ехало. Да. Через моря, через океан. Кто его знает, что там по дороге эти срок годности переделали. А тут в пекарне соседней бывает. Вот там вот, еще неизвестно. Да там тоже русское. Это все в фикс-прайсе русское. Фикс-прайс же, он русский. По-английски только что написано название. Фикс-прайс. Да нет, туда поставляются откуда угодно. Фикс-прайс. С Китая. Так что. Ну что, я желаю... Ну что, мои хорошие? Я желаю всем на 14... Да ну, встреч с вами была. Я знаете, что желаю вам на 14 февраля? Вот как однажды в моей жизни был прикольчик. Чтобы что бы вы ни подарили своему молодому человеку, он все это оценил. И мальчики, и девочки. Потому что есть такие зажратые парни, нет, они которым не заж... даришь носки с трусами, а они недовольны. Пусть скажут еще... спасибо, что вообще что-то подарила. Вот это вот, они тоже говорят. Что за херня, на что ты деньги потратила? Начинают смеяться. Я считаю, что в печь таких парней. Да, Дэнь? В печь парней таких. Обслюнявленные, а? Что у нас тут за бриллиантики? Поцелуй его. Да нет, там сережки. Вот, и, девчонки, если вдруг ваш парень что-то охреневает там и говорит, не нужны мне вот эти сердечки без фикс-прайса, и не нужны мне значит, носки... Значит, он был в фикс-прайсе, он знает, что они с фикс-прайс. И не нужны мне носки в фикс-прайсе, в Берлик, понимаете, к примеру. Гоните в шею такого пацана, ты согласна? На все 100%. Не знаю, что еще сказать, офигеть. Ну, а ты что скажешь? Что ты пожелаешь нашим девчонкам? Самое главное — любви.
если кто не встретил, чтобы встретил свою вторую половинку. Чтобы вас всегда ценили, и чтобы вы понимали, когда вас ценят, а когда нет. Это очень важно. И быстро бежали от тех, кто вас не ценит. Вообще считаю, что 14 февраля такой прикольный, необычный праздник. Как раз таки повод лишний раз устроить романтик, как в Доме 2. Устроить романтик, что-то там накрасить, налепить, сказать лишний раз, как ты любишь. И как раз таки фантазия проявляется 14 февраля. Это не день таких подарков, знаете, конкретных там, а день внимания. Не, мужчина пусть дарит духи. Не, мужчина пусть дарит бриллианты, духи, как бы шубы, это все нормально. Там 14 февраля, как бы, ну, для мужчины это положняк. А вот девочки пусть проявят фантазию. Ну, в принципе, мужчина тоже может проявить фантазию, если бы была там не очень много. Фикс прайс тут же пойдет. Ну, вот Ролтон. Ролтон заварил, воды налил, сосиски накрошил. Вот. Сердечки повесил. Фонарик включил. Люстру бумажную. Сладюшки потом с чаем. Поел сладюшек с чаем. НЛО вылетел такой. Все, все, прощаемся. Все, мои хорошие, мы были рады показать вам всякие приколюшки из фикс-прайса. Тема сердечек, она всегда актуальна, поэтому в 14 февраля, когда приезжают новинки, это не значит, что 14 февраля мы купили, и это только на праздник, как Новый год. Это Новый год чисто на Новый год, потом не актуально. А тема сердец, она круглогодичная, поэтому если у вас есть какие-то приколюхи в фикс-прайсе, то берите их, и они обязательно вам пригодятся в любой день, в любое время года. Любите друг друга. И да будет вам счастье. А мы с вами прощаемся до следующего видео. Пока-пока. И ссылка на канал Кристины, как всегда, под видео в инфобоксе. И там вообще всегда много всего интересного. А как-то на меня, скажу, будет ссылка? Как-то на меня будет ссылка? Инфобокс? Да. Пока. А ты потом сделаешь, что как будто бы, когда воздушные поцелуи, сердечки вылетают изо рта? У меня нет такого эффекта. Нет, такого. А вдруг у тебя есть такие вот сердечки вылетают изо рта именно. Я что захотела?